прошлом году в Советском районе родились Багратион и Фелиция. О самых необычных и самых популярных именах, которые давали новорожденным, рассказали в местном отделе ЗАГС. Так, среди наиболее редких имен у мальчиков – Дарьян, Гордей, Мартин и Багратион. У девочек – Добромира, Серафима, Лидия, Галина, Тиона и Фелиция. Среди самых популярных имен – Артем, Александр, Михаил, София, Ева и Виктория. Всего в прошлом году в Советском районе родились 383 малыша, что на 8 больше, чем в 2022 году. Все семьи новорожденных получили памятный подарок в виде шкатулки ручной работы символика региона «Расту в Югре» и финансовым бонусом в 20 тысяч рублей. Такая мера региональной поддержки действует в округе с 2020 года. Родившихся мальчиков в отчетном периоде на 35 больше, чем девочек. Мальчиков 209, девочек 174. В трех семьях Советского района родились двойняшки. 72% детей появились на свет у родителей, которые состоят в браке. Наибольшее число рождений пришлось на женщин 25-29 лет. Мужчин в возрасте 30-34 лет.